административные, если уголовные административные значения устанции. Поэтому говорить о том, что вы знаете, вот так точно мы знаем, что там, вначале врага американской администрации идет так, это неправда. Нет людей, которые это точно знают. Более того, я бы сегодня ставил на то, что никаких санкций не будет. Господин Александр, что тогда получается? Путин вообще не как бы комарийный укусик не ведущий Запада, как говорил господин Рогозин в 2014 году вице-премьер. Ему ничего не страшно. Почему же Москве так резко?